Илья, поражение в дерби. Как оценишь сегодняшнюю игру? По игре скажу, что первый тайм вроде бы как неплохо. Держали структуру, забили, ну, по мне, неплохой гол. Сильно не проседали. Вот. В перерыве немножко сделали корректировки тренер, но не выдержали ту структуру, то, что требовал тренерский штаб. В общем, итог плачевный для нас. Вот, что сказать. Исполнители очень неплохого качества, там, вроде, в общем. И, в общем, результат такой плачевный. Понятно, сейчас смена тренерского штаба – такая главная новость прошедшей недели. И как вы, футболисты, ты лично оцените вот эти вот изменения, насколько удалось вот Андрею Чемодееву, его штабу, что-то поменять по сравнению с предыдущими турнирами? Пока еще, как бы, рано, мне кажется, мы еще мало времени прошло, там 4 дня, что-то поменялось. Ну, в первую очередь, что психологически чуть-чуть, как бы, они расслабили. Вот. Ну, думаю, будем работать, принимать их требования, потому что требования интересные, современные. Вот. Ну, в общем, надо время. Ты появился на поле. Давно тебя не видели. Это, с чем это связано? Вот это тренер говорил, что будут изменения. Это вот одно из тех изменений, видимо, то, что тебя Мусинга тоже забыли уже. Нет, ну, прошлый тренерский штаб как бы тоже, по сути, доверял. Ну, то есть Нафтан он должен был восходить в стартовом составе. Просто болезнь меня накрыла. Вот, и сейчас даже, то есть, хватило только буквально на 70 минут. То есть я попросил сам замену. В общем, давно не играл в стартовом составе. То есть... Уже в завершение ты говорил, есть какие-то такие положительные изменения, там, психология и так далее. То есть какая-то есть надежда, что дальше все получше пойдет и по результату, и по игре? Ну, все будет от нас зависеть, конечно. Ну, говорю, что мало еще времени прошло, 4 дня. Ну, говорю, что интерес... Тренеры дали интересный тренировочный процесс, в общем, и требования интересные, современные. Понятно, что под них надо и хорошие исполнители, не бояться играть в футбол. То есть, ну, пока не получилось. То есть, настраивались, ну, вот даже именно во втором тайме выйти, немножко придержать мяч от вратаря. Ну, чего-то испугались. Видимо, результат давил, что 1-0 вести на сохранение результата, но в итоге не получилось.